Всем привет, и вы на канале Ангелина Принцесс. И сейчас влог. Я иду на маникюр, но не сейчас, после мамы. Вот, я сейчас хожу по моей комнате. Это, наверное, первый влог. Вот у меня, я сейчас одета фэшн-лук у меня. Это такое сарафан-платье с топиком. Он мне очень нравится. Недавно купила, первый раз одеваю куда-то. Вот. Мне скучно, и я решила для вас снять влог какой-то. И вот, я как раз иду на маникюр. Давайте я вам покажу мою кровать. Вот моя кровать. Тут спит большой мишка. Тут у меня разные всякие подушки. Подушка антистресс. У меня есть распаковка, как я ее распаковывала. Обязательно посмотрите. Всякие сквиши, ну, все, что мягкое, все на моей кровати. Тут такой маленький сквиш, видите, собачки. Но он такой мягенький. Бекончик. Зайчик. Вот еще одно мороженка. Оно такое более мягкое, такое прикольное. Еще один сквиш. Он очень прикольный, мне он очень нравится. И он очень мягкий. Вот сердечко. И вот сейчас я покажу, как выглядит моя кровать со стороны. Вот она такая прикольная. В общем, я уже снимала видео про рум-тур в моей комнате, и вы уже, наверное, знакомы. Если вы смотрели это видео, то вы уже, наверное, знакомы с моей комнаткой. Вот, и у меня вообще много чего изменилось в моей комнате. Ну, у меня тут коврик, вешалка была, домик тоже был, да, кукольный, вот он на фоне. Вот такой вот он прикольный. О, у меня еще есть много рюкзаков и сумок. Я хочу снять в будущем такое видео, что находится в моей сумке, в моем рюкзаке. Вот, если вы хотите это видео увидеть, то тогда подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить его. И нажимайте на колокольчик. Очень круто, посмотрите, какой он крутой. Это прям как накладные. Вот сейчас. Вот какой я хотела и какой получился. Это прям копия. Класс. Мне длину убрали, чтобы, ну, красивее смотрелось. Если вам понравилось это видео, то тогда подписывайтесь на мой канал. И всем пока. И не забудьте еще написать в комментариях, нравится ли вам мой лак. Пока-пока.